На неделе воспитанник Новокузнецкой хоккейной школы Сергей Бобровский назван главным претендентом на приз лучшему вратарю НХЛ. Другому воспитаннику новокузнецкого хоккея Кириллу Капризову после его блестящей игры на молодежном чемпионате мира в Канаде предрекают будущее легендарного Овечкина. Недаром уфимский клуб «Салават Юлаев», за который сейчас играет Кирилл, прошлой весной заплатил за него «Металлургу» целых 80 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд для новокузнецкого клуба. На неделе ученые опубликовали исследование, доказывающее, что люди забывают свое детство в 7 лет. Специалисты называют это детской амнезией. Да и просто люди многое забывают. Юлия Макулова, наоборот, вспомнила детство хоккеиста и то, что помогло ему таким стать. Это самая такая, первая его, наверное, самая одна из первых, наверное. Ну, одна из первых такая наград. 2007 год, это ему было 10 лет. Вот он, наверное, стал лучшим, там, лучший командир. И видите, продолжает эту историю. Из наград сына семья Капризовых уже планирует сделать музей. Несмотря на юный возраст, Кириллу еще нет и 20, а медалей, кубков и грамот здесь в несколько раз больше. Это и первые шайбы в молодежной команде и в КХЛ. Отличительные знаки в составе юниорской сборной. Но самая дорогая – серебряная медаль с прошлогоднего молодежного чемпионата мира. Свежая, бронзовая, пока до родительского дома еще не доехала. И с каждым музейным экспонатом Капризовых связана своя история. Салават Юлаеве. Долгое время не мог забить гол, у него никак не получалось. Ну, он переживал, мы переживали. Ну и, наконец-то, забил 3 гола в один день. Был у папы день рождения, подарок ему. И болельщики, у них, говорит, есть такой обычай, кто забивает хет-трик, дарит вот такие шляпы. И вот они ему подарили вот такую шляпу. Кстати, именно с подарка и началась карьера хоккеиста Капризова. Здесь, в этом доме, в поселке Кузидеево, 15 лет назад. Подарили ему на 4 года коньки. Ну, и он надел их дома, начал бегать и говорит, я буду играть в хоккей. Ну, как бы буду, значит буду. Ну, значит, надо будет, его будут возить. Ну, вот, решили с женой, что будем заниматься. Решили, что для детей это будет лучше, чем... Например, там, бегать по деревне. Родители возили сына из деревни в город на тренировки, а это десятки километров, больше часа езды. И так каждый день. Вспоминает, что иногда возвращались домой и ночью, потому что тренировались сначала на льду в Новоильинском районе, потом ехали в спортшколу в центр Новокузнецка. За все годы не пропустили ни одно занятие, причем как сам Кирилл, так и его отец. Олег Капризов уверен, что такой подход только закаляет характер и воспитывает настоящего спортсмена. Если надо каждый день прыгать по ступенькам, у нас в подъезде вон с 1-4 этаж, там несколько раз вверх-вниз, то есть это каждый день он это делал, выполнял. Папа давал ему задание, говорил, Кирилл, надо. И то есть он старался, все выполнял. Папа, конечно, контролировал. Кирилл, ты прыгал? Да, прыгал. Бывало, знаете, один раз не пропрыгал. Мам, ну скажешь, что я прыгала? Я говорю, нет. Ну, то есть все, папа пришел, он одел кеды и пошел прыгать. Дополнительные физические нагрузки Капризовы придумывали себе круглый год. Кроме льда, занимались на стадионе с легкоатлетами, играли в футбол. В семье помнят, как сын не расставался с клюшкой и однажды насквозь протаранил шайбу и углярку. Но все занятия пошли только на пользу. И сейчас сын благодарен родителям. Без их веры и поддержки не было бы успеха, в том числе и на молодежном чемпионате мира в Торонто и Монреале. В Канаде первый раз как бы был там, играл там на таком уровне, там, при таких трибунах, болельщиках. И ну, было приятно играть, и, конечно, там хотелось золото взять. Мечта, наверное, у каждого есть, и все выше и выше с каждым разом идти. Выходить, можно сказать, так, на новый уровень игры и стараться ну, улучшать свои все показатели и чего-то добиваться. Дает о себе знать новокузнецкая школа. Теперь родная хоккейная школа пристально следит за успехами своего воспитанника. Ведь именно здесь он делал первые шаги. Здесь, на малой ледовой арене новокузнецкой хоккейной школы, Кирилл Капризов участвовал в своем первом турнире. Соревнования были традиционными – «Олимпийские надежды», где Кирилл в роли нападающего 8 лет играл за команду ребят на год старше.
Он сразу выделялся среди сверстников, говорят и тренеры, замечали и ребята по команде. Уже в 15-летнем возрасте Кирилл Капризов принимал участие в тренировках и товарищеских матчах в составе молодежной хоккейной лиги. Но по регламенту выступать в чемпионатах за кузнецких медведей еще не мог по возрасту. А через год, успешно стартовав в молодежке, уже привлекался к тренировкам в составе «Металлурга». Денис Луцев с Кириллом Капризовым вместе учились в школе и играли в одной команде. Нападающий кузнецких медведей говорит, что Кирилл всегда был и остается примером. Он отзывчивый очень парень. Как бы, что не спросишь, не подойдешь. Он всегда поможет, подскажет. Потому что как бы он на голову сильнее. Он может из микромомента создать гол. Это очень как бы здорово. Мне это нравится у него. То есть лезет в обводку, не боится этого. Пытаюсь научиться бросать, как он. Бросок хочу, как у него. На Капризова теперь равняются и юные хоккеисты. Бронзовая медаль на молодежном чемпионате мира и признание лучшим нападающим турнира воспитанника Новокузнецкой школы теперь вдохновляют 12-летних мальчишек. Они бьются за победу в первенстве региона. С разгромным счетом побеждают соперников. В итоге две новокузнецкие команды хоккеистов 2004 года рождения в лидерах. А Николай Хворов следует традициям. Хет-трик дарит на день рождения своему дедушке. Этот спорт мужской для мужчин. Но я думаю, я один из них. Стать чемпионом мира хочу, олимпийским чемпионом. Вот. Играть в хорошей команде. У меня есть кумир. Этот кумир, его зовут Кирилл Капризов. Но он мне нравится, потому что он очень техничный. Любит работу. Список чемпионов, воспитанников Новокузнецкой хоккейной школы продолжает пополняться новыми именами. Кто следующая звезда, никто не загадывает, но что она обязательно загорится, сомнений нет. Есть звездочки, пока об этом говорить, ну, наверное, рановато. Ну, они есть, традиции продолжаются. Каждый год приезжают и Сергей Бобровский, и Дима Орлов, проводят мастер-классы, встречаются, общаются. Мальчишки приезжают на эти мастер-классы со всей области, никому не запрещено. Приходят, смотрят, участвуют. Я думаю, для них это очень хороший стимул. Сейчас на тренировки ежедневно в хоккейную школу приходят сотни детей. Здесь учатся мальчишки из соседних городов и сел. Ведь, как показывает практика, дальние расстояния успеху не мешают. И каждого из воспитанников здесь называют олимпийскими надеждами. И тех, кто уже прославил Новокузнецкую хоккейную школу на весь мир. И тех, кому это только предстоит. Юлия Макулова, Иван Шубников, Вести Кузбасс. События недели.